во всероссийском конкурсе в 2007 году «Я люблю тебя, Россия», потому что, ну, моим родителям нравится, как я пою, да, и мне казалось то, что, ну, если бы я бы тоже был бы родителем, как бы он мне пел, какой бы медведь ему на ухо не наступил, я бы все равно любил своего ребенка. Ну, у меня не было осознания того, что я как-то пою. Да и сейчас, честно говоря, я себя слушать не могу. Людям вроде нравится, я с этого, скажем так, получаю удовольствие. Так что как-то так. В 2007 я определился, можно сказать, что хочу заниматься именно этим. И родители никогда не были против, они наоборот, только я помню, был период, когда я хотел стать футболистом, хотел стать и борцом, и боксером. Бабушка мне говорила: «Нет, нет, ты что? Ты сейчас руки свои сломаешь, а как же на пианино играть?» Да я не хочу, говорю, на пианино играть. Но вот как мне тогда говорили, то, что начато, надо завершить. Собственно, я так и дошел до 7-го класса русской книжки. За что им отдельное спасибо, потому что они вас всячески активно поддерживали. Я думаю, отдельно вот аплодисменты можно посвятить родителям. Ну, мама иногда. Я прям челку. Ну и Мадина. Мадина, своя дружка. Спасибо, Мадина. Да. И второй вопрос, который меня мучил. Здесь вы сегодня раскроете все тайны. Кому была посвящена эта песня? Для кого мы пели? Каждый из нас считал, что для нее. Ну, тогда я была девушка, ее звали Динара. Наверное, как-то день был адресован, но мне говорили: «Не говорите». Вот так вот Динара бывает в жизни. Спасибо большое за ответ. Аплодисменты еще раз. У нас есть несколько вопросов, я думаю, два вопроса, и мы вот перейдем медленно к нашей общей программе. Здравствуйте. Здравствуйте, я Тимур Ученик из 20-й школы. Как вы чувствовали себя на сцене, когда понимали, что вся Кабардино-Балкария надеется на вас? Ну, знаете, это ответственный момент. Мне просто много людей писало о том, что «давай, ты должен это сделать». Меня это слово «должен», оно смущало, не потому что я ничего вам не должен, нет, я знал, что все хотят, чтобы я победил и так далее. Оно меня смущало, потому что я боялся не оправдать доверие людей и так далее. Но на самом деле, может, это сейчас и не совсем правильно будет звучать, но нельзя зацикливаться на том, что вот ты сейчас кого-то не обрадуешь, чьи-то там желания будут... Короче, ты расстроишь людей. Если ты об этом будешь думать на сцене, то ты обязательно забудешь слова. Со мной чуть ли не произошло, на самом деле. Это самый первый эфир, я вышел, и я начал думать о том, что на меня сейчас смотрит вся Россия. Вот, те, конечно, которые включили телевизор. Но все равно было ощущение, что я здесь и сейчас, там, через этот телевизор, могу дотянуться на всех. И вот эти мысли-паразиты, скажем так, об этом можно думать до выхода на сцену и так далее, то до выхода на сцену надо расставиться. Надо на сцене думать о том, чем ты занимаешься. Если это песня, то что ты хочешь этой песне сказать и так далее. Я, конечно же, переживал, что не оправдаю надежды людей, но все равно, хоть это как бы, ну, скажем так, эстрада – развлечение для людей, но я беру чуть-чуть выше. Это все равно ремесло, это дело,
То есть мы поем не для того, чтобы кого-то повеселить, а для того, чтобы человек, который услышал нас, да, вот затронуть его какие-то струны души, чтобы он, выйдя из того помещения или выключив телевизор, я не знаю, задумался о том, от чего меня тоже мог привести в этот мир. И на самом деле это является целью вообще в принципе искусства облагораживать культурой людей, чтобы они после какого-то выступления, выходя из зала, тоже хотели чего-то такого сделать. Даже если они не понимают, чего они хотят сделать, то уже пол, скажем так, работы сделано тем, что они уже задали себе этот вопрос. А чего бы я? Вот, собственно. Спасибо большое. Вот там одна девушка, да, одна голос, и вот здесь одна девушка, один вопрос, и мы, я думаю, уже решили нашу встречу. Я думаю, мне кажется, у вас скоро начнется тур, кто-то возьмёт какие-то встречи, и у всех будет возможность задать интересующий вопрос. Так, прошу. Здравствуйте, меня зовут Чинезова Илья, я из отказа школы. Я хотела спросить, какое выступление стало для вас толчком на большую сцену? Определяющий. Ну, я об этом уже говорил. Это, наверное, был как раз всероссийский конкурс, потому что до этого я участвовал только в городских конкурсах, в республиканских конкурсах. И когда я первый раз вышел на уровень всероссийского конкурса, там у нас 182 участника, я сейчас помню, то я понимал, что шансы очень маленькие, и я на самом деле ни на что не рассчитывал. И когда в конечном итоге я выиграл там гран-при, то я обалдел. Потому что какой-то всероссийский конкурс, я что, действительно как-то так круто типа пою. И первый вот, ну, я уже до этого говорил, то, что это были первые толчки мои к тому, чтобы я выбрал, вот в те времена я выбрал эту профессию первый раз осознанно, потому что меня до этого отдавали родители в музыкальную школу, и это скорее был их выбор, прежде чем мой. Спасибо большое. И крайний вопрос, Лина, прошу. Добрый вечер. Лина Манфец, пресс-служба Министерства культуры. Я знаю, что в вашем плотном графике у вас недавно выдался выходной день. Скажите, пожалуйста, как вы его провели? Видимо, Лина знает больше, чем Асьер, возможно. Хорошо. Я... Самое важное же отвлечься. Я играл в компьютер целый день. Доту 2. Прекрасный выбор. Ну что ж, друзья, играйте в Доту 2. Пойте и будьте. Пойте и будьте счастливы. С нами был Аскер Бирбеков. Как Аскер уже сказал,
если у вас есть желание, вы идите к этому. Ну, на всякий случай, на всякий, обладевайте еще и второй профессией. Всегда пригодится. У меня, например, две профессии. Не поверите, я музыкант, у меня высшее образование, и общественное питание, ресторанное дело, мне очень это нравится, я всегда это связываю. Кулинария – это как музыка, вы понимаете, там можно было и вот так. Так что, тогда я не знаю, как я Асхера заметил, увидел, Всевышний, все сверху, и так вот случилось, теперь все есть, как есть сейчас. Спасибо. Спасибо большое. И раз уж вы начали историю, у меня тоже есть история в том времени. Здесь в основном присутствуют ребята, которые вот, поколение Z это называют. Они, скорее всего, не застали ваше раннее творчество. Но я и многие мои коллеги, которые здесь присутствуют, в далеком 2008 году, будучи семиклассницей, включала телевизор. Ютуба не было, Инстаграма не было, был форс-мажор. И вы были одной из самых главных звезд в этой телепередаче. Я и все мои одноклассницы, сверстницы параллели были влюблены в вас, и, наверное, вся республика была влюблена. Мы думали, вот это вот песня, вот это вот парень. И вот мне кажется, для того, чтобы все-таки ребята почувствовали и поняли, о чем я говорю, я предлагаю посмотреть на экран. Некоторые роли. Олеска родителях. Я знал, что папа находится
на площади, я пытался представить, каково ему сейчас, потому что у меня нет детей, я не знаю, каково, но мне все рассказывают, как это, наверное, невероятно, когда твой ребенок добивается таких успехов. Вы боялись, когда выходили на сцену или на пробили? Самое первое выступление, наверное, было самым страшным, потому что я, когда вышел на сцену, такой, сейчас я им спою. И оказалось то, что ощущение того, что кресло развернуто, и я не вижу их лица, мне казалось, что они там сидят такие и вообще никак не реагируют. Это было очень трудно, потому что как работает вообще артист, да, как вот работает, ну, что вообще происходит во время выступления. Артист отправляет туда энергетику. Если людям, зрителям и так далее это нравится, то он ловит вот эти восторженные взгляды, он ловит эту тишину, как его слушают. И вот эта тишина является той энергетикой, эти аплодисменты, которые потом звенят. И вот это является тем, зачем он выходит на эту сцену. Он что-то им, про что-то говорит, что-то им отдает, а они взамен его возвращают, ну, назовем это, признание. И когда я вышел и пел, то я понимал, что я не могу пробить эти четыре кресла. Чисто энергетически мне было очень сложно. Наверное, вот слепые прослушивания были самыми сложными. Спасибо большое. Я занимаюсь музыкой, тоже я. Мы очень любим песни, мы очень поле скольем. Если у вас не сотрудник, сможете вместе с нами спеть. Да, ужасно. Один вопрос. Школьники из этой школы обозначат себя аплодисментами. Вот.
Они очень гордятся этим большим фактом, что они учатся в самой школе. Также Аскер окончил эстрадный факультет ГИТИСа. Он является лауреатом всероссийских международных конкурсов, обладатель премии президента Российской Федерации. И с недавних пор Аскер заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики, что стоит тоже громко поблагодарить. Рассказывать о том, как вы выиграли проект «Голос», я не буду, потому что, мне кажется, здесь нет ни одного человека, который не наблюдал за этим процессом. Но хотелось бы немножечко узнать уже лично от вас, как вы все-таки пришли к тому, что вы сейчас победитель шоу проекта «Голос», с чего начиналась ваша музыкальная карьера, творческая карьера, почему именно творчество и какие люди встречались, кто помог. Вот кратко о том, как Аскер Бельбеков стал Аскером Бельбеком. Здравствуйте еще раз всем. Ну, если идти с самого начала, то не просто, я постараюсь. Ну, как вот в Википедии было написано, мне действительно в детстве нравилась группа Hi-Fi, «Беспризорник». Я один, я лидер песни. И я ее пел часто, а потом я по телевизору увидел номер. Эй, эй, ухне, еще раз. И я ходил везде, дело пел. И когда я достал маму, она меня как раз отвела в музыкальную школу. Сначала не в музыкальную школу, а в вокальную студию, где мне дали не тот материал, который бы я хотел. То есть мне дали папа может, все что угодно. Хай-фай, конечно, я же взрослый человек. Ну, собственно, я оттуда ушел, потом я попал на концерт Predators. Мне очень понравилось, как ребята танцуют. Меня еще раз спросили, хочу ли я как-то связать свою судьбу, скажем так, со сценой и так далее. Я ответил так, головой помахал. И открыли музыкальную школу, и вот оттуда я начал участвовать в конкурсах, и в одном из них я как раз познакомился с Анзором Джабраиловичем, он тогда был председателем в жюри, и я выиграл его, спасибо, Анзор. Мы познакомились, Анзор предложил написать мне тогда песню, ну, как победителю подарок. Мы записали песню и, соответственно, дальше уже, скажем так, заключили типа договор, условно, на то, что мы будем совместно заниматься, скажем так, творчеством, и Анзор будет продвигать меня как артиста. Соответственно, я в 15 лет тогда и записал вот эти песни «Где ты раньше твоя». Да. А потом я поступил после окончания школы в ГИТИС на эстрадный факультет. Думал, что на эстрадном факультете люди поют, а оказалось, что нет. Это был абсолютно актерский факультет. Там просто, ну, вот, эстрадный факультет подразумевает понятие того, что вот мы с вами общаемся, вот так общаемся, а потом, как бы я делаю парт к зрителю и говорю, ну, вы видели? И возвращаюсь. То есть это как бы условности такие, а в более таком драматическом театре существует четвертая стенка, то есть мы в зрительный зал как бы с людьми не контактируем. Ну, так я и стал сначала актером. Я даже помню, я папе говорил, вот после окончания ГИТИСа я поеду в Голливуд. Были серьезные планы. Да. После этого дело, скажем так, ну, актерское мастерство просто забрало меня всего. Потому что, я не знаю, наверное, если бы я не стал бы актером, не был бы певцом, я был бы, наверное, психологом.
личная профессия? Потому что, ну, вот именно в актерском мастерстве ты занимаешься тем, что ты пытаешься понять, почему твой образ, скажем так, поступил именно так. И ты его раскладываешь на маленькие кусочки, и это очень интересно. Я даже когда общаюсь с людьми, вот мы с ними разговариваем, а параллельно я этого человека как бы сканирую, изучаю психофизику. И, собственно, я как бы играл, хотел бы в кино и так далее, но все равно со временем вот это зерно, которое было изначально, да, петь, скажем так, оно о себе напоминало. И я от этого никуда не мог деться. У нас даже спектакли, которые есть, я всегда фактически в них пою. Да? Ну, как раз умею, почему бы не использовать. У нас есть музыкальные спектакли и так далее. И ну, собственно, я увидел этот проект. Я увидел «Голос», первый сезон. Да, это было в далеком 2000 году. Да, я на самом деле был подписан там на какой-то сайт, где как раз творческий сайт для творческих людей, там кастинги и такая, что появляется, люди заходят и как бы ищут себе работу. Я помню, как я увидел «Голос», думаю, что за муфта? Ну, который я прочитал там еще три раза. Фишка в том, что я тогда видел себя актером, я искал по кастинге, чтобы посниматься, но со мной всегда происходило, ну, короче, у меня беда. Я вот прихожу на кастинг, мне говорят, ну, вы понимаете, вы никак не похожи на Александра. Я говорю, да, я понимаю, у меня в кастинге внешность и так далее, да. А когда я прихожу на кавказцы, они говорят, а вы не похожи на кавказцы? Ну, типа... Александр! Короче, вот такая проблема была, да, типажей. И, соответственно, я увидел этот проект и прям загорелся желанием участвовать, но я почему-то первые 3 года говорил, что да, сейчас я соберусь и так далее. Но потом уже первый раз я попробовал в 5-м сезоне. Ничего. В следующий раз я решил не просто петь, а как бы и что-то музыкальное изменить, чтобы люди увидели не только вокальные там какие-то способности, да, но и еще что есть как бы музыкальные мысли. Что чуть-чуть музыкант. Им это понравилось. Я исполнил песню «Штиль» группы «Ария», но я ее сделал в стиле вальс. Такой французский вальс получился в стиле Жака Брей. И я попал туда, но мы отсняли как бы с Дмитрием Нагиевым все, что должны были, и я на 3-й день как раз, а там такая система, то, что там вот 150 человек выбирают, и каждый день снимают по 50 человек. То есть это не так, то, что они собираются каждую неделю, и нет, они вот, да, 3 за... Но много нельзя, разговаривать. Ага. За эти 3 дня все снимают. Я был 126-м. И пролетел, потому что у меня не дошла очередь. Вот. На следующий год не суждено было попасть, хотя я и пошел все равно на кастинг, но опять не взяли. Ну и слава богу, потому что уже у нас был контракт, ну, гастроли были с «Кофетаймом» в Китае. Собственно, на 4-й год я решил открыть дверь с ноги, как раз песни «СОС», потому что она такая вокальная эквилибристика, которая оказалась никому не нужна. Последствия. Но жюри, которое там отбирает, эта песня им понравилась, и пропустили, потом вы видели то, что происходит. Конечно. Вот у меня перед тем, как мы, я думаю, что «Аскер» заслуживает громких аплодисментов.
второй, третий неудачный раз подумает, ну, значит, не судьба. В Израиле даже пословица «Поклюбит троицу». Вы пошли в четвертый раз. Что такое щелкнуло у вас в голове, что вот этот четвертый, он сработает? Я думаю, то, что если бы я четвертый раз в Китай попал, я бы пробовал бы пятый, шестой раз. Я даже думал о том, что если меня сейчас не возьмут, то можно надеяться на голос 60+. А, ну, в принципе, да. Короче, я считаю, что надо быть проще по жизни. Даже вот Станиславский, гуру театрального искусства, как он всегда говорил, как надо играть проще, легче, веселее. И не обращайте внимания на то, что вас сегодня не поняли, потому что все люди, у всех взгляды разные, но с каждым днем мы набираем в себя какой-то опыт, и этот опыт нам в дальнейшем помогает именно достигнуть того, чего мы хотим. В первый раз, когда я пошел, я вообще не понимал, куда я пошел. Но придя туда и поняв, как эта система работает, во второй раз у меня уже получилось хотя бы заинтересовать, понимаете? Ну и так постепенно я им позволил назад. Ну что ж, я думаю, вы не зря глазурили глаза, мы все видели и видим, и наблюдаем результат. Спасибо большое, Скер, еще раз за рассказ. И, друзья, я думаю, мы готовы ответить на несколько вопросов. Я знаю, что у них есть огромное количество вопросов. Не знаю, насколько мы...